Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «День города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Ночной стеклобой. Росгвардейцы задержали странного хулигана. Всем выйти из тени. Налоговая рассказала о механизмах борьбы с серой зарплатой и уклонением от уплаты НДФЛ. Чистая легенда. К чистке всех городских памятников приступила дирекция благоустройства Рязани. Сотрудники Рязанского управления Росгвардии задержали ночного хулигана, разбившего стекло в одном из режимных зданий города. Мужчина проник в помещение и остался там до приезда группы быстрого реагирования. Это странное видео с разбитыми стеклами прислали жильцы дома напротив. Странное, потому что это не магазин, а офисное помещение. Особо поживиться здесь нечем. Но хулиган упорно пробивается внутрь. И, наконец, заползает. На улице не холодно, мужчина в одной майке, поэтому вариант «погреться» явно не подходит. Мотива, по сути, нет. Понятное дело, что такая наглость не могла остаться безнаказанной. Группа быстрого реагирования сработала четко. Нами было обнаружено, что разбито стекло на охраняемом объекте, о чем было незамедлительно доложено дежурному и вызвана дополнительная группа для блокировки запасного выхода. Совместно с дополнительной группой был осмотрен объект и под лестничным маршем был обнаружен неизвестный нами гражданин. Зачем он туда проник, прибывшим оперативникам мужчина не пояснил. Может, он этого и добивался, но теперь за незаконное проникновение на охраняемый объект ему грозит до 2 лет лишения свободы. 500 000 штрафа, судя по неадекватному состоянию и поведению, этот ночной гость вряд ли наберет. Максим Васильев, телекомпания «Город». Изменения по налогу на доходы физических лиц, механизмы борьбы с теневой заработной платой и эти многие другие вопросы сегодня обсудили на пресс-конференции в налоговой. Валерий Седов продолжит. Что такое зарплата в конверте, сейчас знает практически каждый. И от такого рода расчетов с работниками страдает не только налоговая служба, но и сами подчиненные. Мизерные взносы в пенсионный фонд лишают человека права на пенсионное обеспечение. Также директор может увеличить рабочий день, а компенсации будет выплачивать на основе минимальной белой зарплаты. Для борьбы с серой зарплатой на базе налоговых органов Рязанской области организована деятельность межведомственной комиссии. Говоря грубо, ее задача – повысить официальную заработную плату. За 2020 год благодаря этой комиссии 384 работодателя зарплату повысили. Например, из числа налоговых агентов, которые имеют задолженность по НДФЛ, был приглашен на заседание 381 работодатель и было заслушано 277 налоговых агентов. В результате задолженность по НДФЛ полностью или частично погасили 204 работодателя, это 74%, на общую сумму 19,6 миллиона рублей. Вопрос серой заработной платы обсудили на пресс-конференции регионального Управления Федеральной налоговой службы. Другой вопрос – это изменения по налогу на доходы физических лиц. Теперь заявление о возврате излишне уплаченного налога входит в состав самой декларации. Другое изменение – налоговый орган сам может рассчитать НДФЛ, если декларацию при продаже недвижимости так и не подали. Делается это следующим образом. Берется 70% от кадастровой стоимости проданного объекта. Применяется налоговый вычет в размере 1 миллиона рублей. И, соответственно, оставшаяся сумма умножается на 13%. Таким образом, получается налог, подлежащий уплате. Особое внимание уделили вопросу декларационной кампании 2021 года. Задекларировать свои доходы должны те, кто получил прибыль от продажи ценных бумаг, от сдачи квартир или полученную в порядке дарения недвижимость не от родственников, а также те счастливчики, которые выиграли в лотерею или в других различных конкурсах. Подать налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ нужно не позднее 30 апреля. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 13 апреля в деревне Марьино Шацкого района Рязанской области произошел пожар. Информация поступила на пульт МЧС от местных жителей в 12:44. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание сухой травы. По предварительным данным, сгорел жилой дом и 9 дачных, 5 хозяйственных построек. Общая площадь пожара составила около 800 квадратных метров, но большую часть деревни удалось спасти. К вечеру огонь был потушен, пострадавших нет. Как сообщает издательство «Пресса», возгорание произошло от брошенной непотушенной сигареты, а человек, сделавший это, найден и не отрицает своей вины. Как бы там ни было, обстоятельства произошедшего уточняются. По факту случившегося проверки проводит Следственный комитет и прокуратура. К чистке всех городских памятников приступила дирекция благоустройства Рязани. Уже приведен в порядок монумент Константина Циолковского у Театральной площади. Сегодня основательно помыли Олега Рязанского вместе с конем.
6 рабочих, 18-метровая автовышка и поливочная машина. Вознесение к памятнику Олегу Рязанскому проходит по всем правилам техники безопасности. Омовение скульптуры начинают с головы всадника. Дальше конь. В распылителе обычная вода, без примесей. При ярком солнце брызги создают вокруг фигуры всадника почти мистический ореол. Весенний душ для Олега, впрочем, не единственная позиция. Чистить будут основательно. Данный памятник убирается и чистится два раза в год. Это весенний период и в осенний период. Сначала он обрабатывается водой, потом специальным средством, которое придает блеск. И сохраняет его материал. Бронзовый герой земли Рязанской в коммунальном списке на омовение не первый. Ко дню космонавтики уже приведен в порядок памятник Константину Циолковскому, а к 1 мая в дирекции благоустройства намерены то же самое сделать с гранитным Ильичом. Олега Рязанского оставили без специальной даты, но это как раз понятно. Главный символ города должен блистать вне расписания. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». О состоянии некоторых дворов в Рязани жители говорят так, что они будто недавно после бомбежки. При этом сами горожане часто думают, что привести свой двор в порядок – это фантастическая, а главное, очень дорогая история. В следующем сюжете расскажем, что можно сделать для благоустройства территории возле своего дома. Это двор на Бирюзово 10. Совсем недавно в интернете горожане публиковали посты о том, что двор здесь находится в плохом состоянии. Кругом мусор, а состояние детской площадки оставляет желать лучшего. Чего стоит только эта ржавеющая горка. Правда, надо сказать, когда на место выехала наша съемочная группа, мусор здесь убрали. Ну, во-первых, ямы. На машине проехать плохо, но и пешком ходить грязно. Во-вторых, детской площадки, можно сказать, что нет. Парковки нет совсем. Около нашего все хорошо. А здесь требуется порядок, мне кажется. А вы как думаете? Я не знаю, какой у вас. Ну, вот эту трассу благоустройства, ну, это беда. И весь город, наверное, такой же. Похожая ситуация во многих рязанских дворах. Конечно, состояние территории вокруг домов зависит и от управляющей компании, ЖЭО или ТСЖ, и от самих людей. Но далеко не всегда значение благоустройства и озеленению уделяется должное внимание. Все плохо и очень плохо. А где вы живете? Мы живем в Приобском, на магистральной 21. Хотя бы привести в порядок газон, какие-то кустики, озеленить хотя бы слегка немножко город. Ну, хотелось бы побольше для детских площадок, чтобы было качелей. Взять дело теперь можно в свои руки. Стартовало интернет-голосование за включение дворовых территорий в перечень объектов, которые будут ремонтироваться в этом году. Его запустили на платформе «Обратная связь» портала госуслуги. Голосование продлится до 20 апреля включительно. Ну, поучаствуем. Некогда, практически некогда. Ну, вообще была бы не против. Когда займетесь? Вечером. Участвуя в опросе, можно выбрать несколько объектов из списка, а также предложить свой вариант. Проголосовать за конкретный двор могут не только проживающие в нем, но и их друзья, знакомые, жители соседних домов. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Печальные новости для тех, кто спланировал отпуск в привычной для россиян Турции. Со вчерашнего дня приостановлено авиасообщение со страной предварительно до 1 июня. Вслед за этим пришла весть о том, что не получится улететь и в Танзанию. К слову, эта страна была открыта для туристов раньше других. Что все это значит и как быть тем, кто уже купил билеты во внезапно закрывшиеся страны, разбираемся в следующем сюжете. По заявлению Ассоциации туроператоров России, с середины апреля по май уже забронированным примерно на 32 миллиона рублей туром должны были отправиться отдыхать в Турцию больше 500 000 россиян. Что касается того, как отреагировали здесь, в Турции, на эту ситуацию, естественно, однозначно, вся тревел-индустрия очень сильно расстроена, потому что все рассчитывали на этот сезон. Туристы бронировали очень дальнюю глубину продаж, то есть вплоть до октября-ноября месяца были распроданы отели, и сейчас для всех это большой шок и большое огорчение. Надо отметить, приостановлена только чартерная перевозка, регулярные рейсы будут продолжать летать по определенному расписанию. Туроператорами будет предложено определенное условия перебронирования дат туров, которые не смогут состояться сейчас в период до 1 июня. И, соответственно, туристы смогут перебронировать эти туры на новые даты, предложенные оператором без изменения параметров путешествия, либо перенести свои денежные средства на любые другие открытые направления, в том числе и на Россию. Что же касается тех туристов, кто сейчас находится на территории Турции, в том числе и меня, наш рейс состоится по своему расписанию, он будет после 15
30 апреля, и никаких дополнительных вывозных рейсов туристов не будет. Тем туристам, кто запланировал вылет на даты после 1 июня, турагенты сейчас рекомендуют успокоиться, расслабиться и ожидать своих дат. Все надеются, что ситуация к тому времени нормализуется. Я сейчас нахожусь здесь, в Турции, в рабочей командировке, посещаю большое количество отелей и могу однозначно сказать, что меры безопасности здесь предприняты максимально на высоком уровне, везде обязательный масочный режим, и, конечно, отели были на полную мощность, готовы к тому, чтобы принять туристов в этом сезоне. Мы с коллегами из travel-индустрии желаем вам яркого лета, желаем, чтобы все границы были открыты, и границы с Турцией в том числе. На срок до 1 июня авиасообщение с Россией прекратила и Танзания. Единственная страна, при прибытии в которую во все время пандемии не требовалось давать никаких анализов. И на сегодня это все. Еще больше информации смотрите на нашем сайте город62.tv. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире.